Материк, являющийся одним из самых престижных туристических центров Анталии, находится всего в 25 километрах от аэропорта города Анталии. Материк притягивает туристов, предпочитающих отдыхать в теплых странах как летом, так и зимой. Здесь невозможно не почувствовать гармонию в сочетании моря, песка, солнца и исторического наследия. Благодаря средиземноморскому климату, 300 солнечным дням в году, широким возможностям, способным удовлетворить любые запросы отдыхающих, Материк и в будущем призван стать туристическим центром Средиземноморского региона. Несмотря на то, что история региона уходит корнями в более древние времена, в Аспиндосе и Селионе ярко представлено важное античное поселение, датирующееся II веком до нашей эры. В Материке находится амфитеатр эпохи Римской империи, являющийся одним из наиболее хорошо сохранившихся достопримечательностей древности не только в Анатолии, но и во всем Средиземноморском регионе. Театр Аспиндос известен своей мощной акустикой, ежегодно проводятся мероприятия мира искусств как в национальном, так и в международном масштабе, когда сюда приезжает огромное количество посетителей. Чудо инженерного искусства акведуки являются одним из наиболее важных достопримечательностей древнего города, сохранившихся до сегодняшних дней. Другой античный город региона Селион был основан на высоком холме, возвышающемся между античными городами Аспиндос и Перге. После подъема в гору, где наиболее ярко представлены руины города эллинской эпохи, посетители будут вознаграждены открывающимся видом. Если вы пожелаете совершить прогулку на лоне пышно цветущей зелени, освежиться во время летней жары, а в зимнее холодное время согреться теплым дуновением, посетите пещеру Зейтенташи. Пещера Зейтенташи, хранящая тайны на протяжении тысячелетий, привлекает внимание интересными фигурами и скульптурами, изысканным скульптором которых является природа. Завораживающие своей красотой свисающие сталактиты, колонны из сталагмитов, стены и другие античные образования, отличающиеся различными формами, являются объектами пристального внимания туристов и исследователей. Увидев эту чудо природы, вы не сможете скрыть своего восхищения. Добравшись до водопада Учансу, вода которого словно просачивается через толщу горных пород Таврских гор, вы сможете насладиться превосходным видом и даже освежиться, совершив геройский прыжок в ледяную воду. Река Кюпрючай, берущая начало в Таврских горах и протекающая по каньонам, каждый из которых сам по себе является чудом природы, имеет важное значение для рафтинг-туризма. На реке Кюпрючай, являющейся одной из самых крупных в Турции трасс для рафтинга, можно не только весело провести время в турах на каноэ, конечной точкой которых является место впадения реки в море, но и насладиться уникальными видами, располагающимися по берегам вдоль реки. Одной из достопримечательностей эпохи сельджуков, которую мы рекомендуем вам смотреть на реке Кюпрючай, является исторический мост Белькис, построенный Аладдином Кейкубатом. Город Селик, развернутый лицом к морю, упирается в горы Тавр. Эта особенность позволяет любителям природы наслаждаться ее красотой, совершать пешие прогулки и заниматься скалолазанием. Приняв участие в сафари-турах на внедорожниках 4x4 или АТВ, вы сможете полностью отрешиться от городской суеты и вдали от асфальтных дорог открыть для себя красоту нетронутой природы Таврских гор. Путь Святого Павла, проходящий через территорию уезда Серик, является важной культурной вехой в истории, заключающейся в стремлении Святого Павла распространить христианство. Серик, береговая линия которого протяженностью 22 километра, со всех сторон окружен реками, что предоставляет уникальную возможность для гостей половить рыбу как в реках, так и в море. В особенности в последнее время большую популярность приобрели туры рыбалки в сопровождении профессионального гида. Комфортный климат способствует тому, что Серик круглый год принимает любителей гольфа. Природа региона и гольф-клубы, отвечающие международным стандартам, сделали Серик восходящей звездой Турции в мире гольфа. Гольф-клубы предлагают всем любителям игры в гольф, как профессиональным игрокам, так и новичкам, услуги любого уровня. Финальный этап европейского тура по гольфу 2013 года проводился на полях для гольфа в туристическом центре Белек. Многочисленные высокогорные плато уезда Серик предлагают гостям отправиться в очень занимательные туры по изучению первозданной природы, где можно наблюдать огромное разнообразие видов растительного мира и познакомиться с культурой местных жителей. Серик ждет всех желающих насладиться альтернативными видами туризма, вкусить прелесть бесподобной природы, заняться различными видами спорта на лоне природы и посетить исторические и культурные достопримечательности региона.